Всем привет! Обоюдно. Короче, в этом видеоролике просто сделаем небольшой такой обзорчик на мои новые кроссовки. Недавно выходил ролик, который набрал хорошие просмотры на мою коллекцию кроссовок. Вот. И поэтому я решил сделать еще один обзор на кроссовки. Но кроссовки не в плане их будет много, а одна пара. И, наверное, в названии это будет написано или на превьюшке. Это будут Тиенки, ребятки. Вот такие вот кроссовки. Air Max плюс Тиен 3. Вот, мне они пригляделись, во-первых, цветом, во-вторых, ценой, ну и в-третьих, это Тиенки. Они очень хороши на осень и на весну. Я считаю так, вот, поэтому как бы в них удобно очень ходить, выглядят они круто в целом, оранжевый цвет подходит и под светлые джинсы, и под темные джинсы, и под что-то спортивное, вот, поэтому как бы я думаю, что эти кроссы нормальные. Что по кроссовкам получается, вот, чем они отличаются от просто плюс Тиен, отличаются они тем, что в-третьих, полностью задняя вот эта вот, зад сделан из баллона, то есть полностью прям, он вот так вот ничем не закрыт, вот, ну и в целом, наверное, все. Ну, есть какие-то нюансики, это понятно, но в целом это такое самое, наверное, весомое отличие визуальное их. Вот, давайте посмотрим на них поближе. Так, вот вы и увидели обзор этих кроссовочек чудеснейших. Ну что, скажу по ним. Кроссовки мне действительно вот прям... Я не хотел, ну, я как бы хотел Тиенки купить, но не то, чтобы прям вот Тиенки. Я хотел купить какие-нибудь, наверное, Nike SB, вот. Но вот меня опять спонтанная покупочка завела к Тиенкам. Вот, но когда я их купил, они мне просто так в душу влились. То есть вот прям... у меня вот после первой там носки, к примеру, то есть они выглядят очень круто, именно вот в этом цвете. И мне это нравится, вот. И после вот этой покупки я такой, блин, наверное, следующая моя будет еще какие-нибудь Тиенки. Вот. На самом деле, выглядит по-спортивному и на повседневную носку тоже можно. Протектор очень хороший, ну, это понятное дело. Вот. В них удобно, комфортно ходить, вот. Кроссовки просто очень крутые. Нос у них вот такой вот, ну, все знают, наверное. Типа пластиковый, вот, но он уже тут немножко, у него есть небольшие царапины, но, тем не менее, все говорят, что тут что-то будет отклеиваться, у меня еще ничего не отклеилось, посмотрим в дальнейшем, может быть, такое и произойдет, вот, но в целом кроссовки нравятся, вот, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. Вот, кроссовки еще раз вам показываю, вот. Всем спасибо за просмотр видеоролика, конечно, поставьте лайк, подпишитесь на канал, скоро их будет выходить, я надеюсь, чаще, больше, вот. Всем спасибо еще раз за просмотр, всем пока! Стоп, не так.